Всем привет, мои дорогие ребята, и сегодня у нас с вами будет видео интересное. Это такая распаковочка с Wildberries, пара товаров, и Магнит Косметик. Ну, тут есть и Wildberries, Магнит Косметик, думаю, такие достаточно известные вами любимые магазины. И давайте начинать, здесь будет немножко и косметики, и товаров для школы, поэтому давайте будем начинать. Надеюсь, вам понравится это видео. Я буду очень признательна, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк, так как это меня очень сильно мотивирует, и ради этого я готова снимать для вас каждый день. Первый, с какого магазина мы начнем, это будет Wildberries. Здесь я заказала первый товар, это вот такой вот пенал. Он такой меховой, так сказать, сделанный под как шерсть барашка, овечка. Тут написано «Окей, парк шоп». Такая вот у нас тут молния розового оттеночка. Мне вообще он очень понравился, он вместительный. Здесь у нас такая вот подкладка, в общем-то, не намокаемая, насколько я понимаю. То есть хорошо все сделано, стоил он 500 с чем-то рублей. Сейчас он подорожал, стоит 600. Но мне он очень понравился. Очень милый, вместительный, вот видите, большой достаточно пенал. Мне этот очень понравился, там есть разные оттенки. От разных продавцов я купила розовенький. Мне понравился, тут много всего помещается, поэтому я вам посоветую приобрести, если вам понравился. Дальше, что я купила там же на Wildberries, это вот такой вот стик-скульптор от Belor Design. Это оттеночек 01. В общем, я его еще не тестировала на коже, но я вам просто как распаковку все показываю. Вот такой оттенок. Тушится он очень легко, он прям очень уж кремовый. Оттенок вот так выглядит в самой упаковке. Здесь у нас 7,1 граммов. Мне понравилась упаковка, очень красивая, качественно сделанная. Оттенок такой не яркий и не супер рыжий. Мы его в каких-то следующих видео с вами, наверное, протестируем, либо же в моем телеграм-канале. И дальше у нас с вами последний товар из магазина Wildberries. Это у нас вот такая вот толстовочка. Сейчас я вам ее покажу. У нас вот такой вот свитшотик из магазина Gloria Jeans. Здесь у нас есть такая надпись. Он такого голубого оттенка. Мне очень понравился этот оттенок. У него такой легкий материал, но при этом он такой мягенький. То есть здесь как будто такая подкладка еще с утеплением. В общем, сейчас я вам покажу, как он выглядит на мне. Стоил он 900 рублей. У меня размерчик L и рост у меня 168-169, вот так, чтобы вы могли ориентироваться по росту. В общем, ребят, мне этот свитшот очень сильно понравился за свою стоимость, качество отличное. И вообще его долго не было в наличии, он у меня лежал в листе ожидания и появился. Не знаю, есть ли он сейчас. И давайте перейдем также к канцелярии, которую я приобрела у себя в городе в магазине канцтоваров. В общем, тут никаких артикулов нет, я просто вам покажу все, что я купила. Здесь у меня вот такой вот пакетик, здесь я прикупила ручки и вроде бы как два ластика и замазка-корректор. Давайте все вывалим с вами, и я вам сейчас все покажу, все, что я купила. Первое, с чего я начну, это вот такая вот замазка. Фирма Корос, не знаю, что это. Ну, в общем, корректирующая ручка 10 грамм. Я еще ничего не открывала, но думаю, что хорошая должна быть. Стоила 65 рублей. Я вот все, что помню, то буду говорить. Вам вот так выглядит. Ну, стандартная, обычная замазка. У нас два ластика. Вот этот ластик вот такой с бабочкой стоил он вообще 7 рублей. И вот такой ластик, также от фирмы Берлинго, он стоил 20 рублей. Я также ничего не тестировала, как они вообще стирают карандашик. Но вообще очень миленькие и достаточно дешевенькие, так сказать, ластики. И остальное это у меня обычные ручки. Я вам сейчас их покажу. Первые вот такие ручки, 3 штучки от бренда Корос. Также вот такие вот. Персиковые и одна такая желтенькая. Они таких пастельных оттенков. Они обычные, то есть шариковые, голубые, обычные ручки. Стандартные, так сказать. Не помню, сколько стоили. Дальше 3 вот таких ручки от бренда Берлинго. Бренд Берлинго превыше всего, похоже. Они также вот такие вот обычные, тоже обычные голубые, нормальные ручки, синие, голубые. В общем, я никаких не люблю какие-то прям супер красивые ручки покупать. Я больше люблю, которые удобно мне писать. Опять бренд Берлинго.
Вот эти ручки красивые, они тут вот такие вот с, так сказать, таким узорчиком. Они выглядят вот так. И покажу вам, как они пишут. Они черные и вроде как гелевые. Вот это как-то плохо пишет. Да, я показываю на руке, потому что я привыкла косметику показывать. И еще последние две ручки от бренда Брауберг. Брауберг же? Да. Вот такие. Не Берлинга, ребятки. Удобные, вот честно. У меня такие были уже. Вот такие вот. Да, я показываю как косметику. Ну, в общем, тоже обычные голубые ручки. Хорошие. Тут нет у меня никаких дорогих ручек. Супер. Тут максимум стоит 55 рублей. Я помню, вот эти вот Берлинга стоят по 55 рублей. Остальные тут, то есть, дешевле. И давайте теперь перейдем с вами к покупкам из Магнит Косметик. Дальше, ребятки, переходим к Магнит Косметик. У меня тут небольшой пакетик, вы уже все увидели. Первое, это вот такие вот пилинг-пэды, пилинг-диски от Натура Сибирики. Пилинг-диски для лица, обновляющие, очищающие. В общем, я их купила по скидке за 299 рублей. Еще не пробовала, я просто их открыла. В своем телеграм-канале я вам про них расскажу, когда попробую, в общем, свое мнение про них. Поэтому можете подписаться, если вам интересно. И дальше два очень интересных товара, которые я купила всего лишь по 107 рублей, так-то по 119, я еще просто баллы списала. В общем, первое, это вот такой вот консилер-корректор от Эвелин в оттеночке 02, он потому что был по скидке, я вообще покупаю все по скидке. Здесь 15 мл, у него вот такой вот тут носик, очень удобный, как у скульптора Шик. И покажу вам оттенок, я бы не сказала, что прям какой-то супер темный, нет. Я его также не тестировала, только вот на руке. Он практически сливается, ну, видно, что немножечко желтенький, но думаю, что синяки под глазами хорошо он будет перекрывать, поэтому мы с вами его протестируем, выглядит он вот так. А, это написано, я подумала, это я ручкой что-то измазала, как всегда. Ну, в общем, мне он понравился, пахнет он очень приятно каким-то кремом для рук, что немаловажно, а то каким-то вонючим, думаю, никто не захочет пользоваться. И второй продукт, это вот такая вот помадка из коллекции Best Friends Forever от Beauty Bomb в оттенке 04. Также стоила 107 рублей. У меня была точно такая же, она мне закончилась. В общем, вот такой вот свотч. Мне очень нравится эта помада, она приятно пахнет. Очень нежной такой муссовой текстурой, ложится на губы, не сушит их. При этом она достаточно стойкая. Мне, в общем, она очень понравилась. И я вот всю использовала за месяца 4-5, вот так. Потому что я первые вот месяцы, как мне ее подарили, не так активно пользовалась. Вот последние месяцы я ей очень активно пользовалась. И в общем, ребятки мои дорогие, это было все мое видео. Я надеюсь, оно вам очень понравилось. И вы подпишитесь на меня, потому что мне будет очень приятно. Ваши лайки, ваши подписки для меня просто мотивация, что мне вот хочется еще и еще для вас снимать. Поэтому большое вам спасибо, что проявляете какой-то актив. Я безумно этому рада. Всех люблю и всем пока!